Новости. Новогодние праздники – это время волшебства и подарков. Особенно здорово, когда подарки и волшебство можно соединить воедино. Сегодня в галерее Паршин на мастер-классе под названием «Новый год в стиле модерна» под чутким руководством художницы Александры Тарасовой мы будем творить новогоднее волшебство. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Сегодня в рамках выставки «Золотой поцелуй», где представлены яркие представители модерна, Густав Климт, Эгон Шиле, ученик Климта, Тулус Латрека замечательные и Альфонс Муха, мы сегодня попробуем вдохновиться этими великими именами, их работами и создать небольшую такую миниатюру по впечатлениям от выставки. Для создания оригинальных новогодних украшений нам понадобились пластиковые шары, акварельные и акриловые краски, кисти разной толщины, губки, карандаши, распечатанные примеры уникальных орнаментов великих художников, а также профессиональные советы и умелые руки Александры Тарасовой. Мы сделаем сейчас легкий набросок карандашом. Шарик у вас светлый, поэтому рисунок ляжет нормально, его будет видно. Можете начинать. Да. Мы с вами скомбинируем несколько орнаментов. Посмотрите, здесь присутствуют крупный орнамент и средний, и совсем маленький, да, декоративный. Вот, начните с крупного. На самом деле рисунок можно делать как карандашом, так и тонкой кистью, когда мы разводим жидко краску, и мы можем рисовать самым кончиком кисточки. Чем меньше давление на кисть, тем тоньше получается наша линия. Пока участники мастер-класса создавали елочные шарики, Александра Тарасова рассказала о еще одной новогодней задумке и показала плоды вдохновения молодых ставропольских художников, которые теперь будут украшать галерею Паршин. Это деревянные елочки, также расписанные в стиле модерн. Прекрасные работы. Вот посмотрите, орнаменты, они такие декоративные. Простота и роскошь в стиле модерн. И специально к Новому году мы подготовили вот такой проект. Оригинальные елки новогодние, но тоже в стилистике модерн. В этом проекте участвовало несколько молодых художников. И они еще в процессе, в работе. Их будет всего 5 штук. Они будут в ряд стоять. Это будет очень красиво и стильно смотреться, на мой взгляд. А вот эту елку, вдохновившись Густавом Климтом, сделала художница Валерия Орлова. А это моя елочка. А мой любимый художник-модернист – это Эгон Шиле. Я была в Бельведере в Вене и увидела, когда впервые его работы вживую, я была искренне поражена, поскольку там столько экспрессии, столько страсти. Вот, кажется, за этой внешней картинкой очень-очень много всего стоит. И ты можешь бесконечно смотреть, бесконечно читать эту картину. А тем временем елочные украшения участников мастер-класса уже были готовы для того, чтобы затонировать их и приступить к прорисовке узоров красками. Мы сделаем с вами подложку вот такие, с помощью обычной губки. Смотрите, можем сделать красный на контрасте, да? Но чтобы не использовать чистый цвет из тюбика, мы его немножечко усложним за счет того, что добавим капельку коричневой, капельку охры. Вот такой более сложный цвет. Стараться все-таки ту линию, которую мы уже сделали, ее не закрашивать, а только наносить рядышком. Вот, попробуйте сами. Ух! Вот с этой стороны. И дальше уже возьмем контур. Снимаем его. Чик. Да. Так. И медленно давим. Ага, я понимаю. То есть мы еще и еще усложняем наш рисунок. Будем делать вот такими кружочками. Я уже около 5 месяцев хожу в галерею Паршин к Александре Тарасовой на уроки рисования. Сегодня я рисовала новогодний шар. Мне очень понравилось, и под чутким руководством Александры Тарасовой, я думаю, у меня очень хорошо получилось. Наш мастер-класс подошел к завершению. Посмотрите, какие оригинальные, интересные украшения вы можете сделать своими руками. И
как мы сегодня увидели салон, это совсем не трудно. Ведь у каждого получился оригинальный и очень красивый результат. Правда, отличная идея для новогоднего подарка? Да, это очень здорово. Большое спасибо вам за мастер-класс. И я напоминаю, что сегодня мы были на мастер-классе под названием «Новый год в стиле модерн» под руководством художницы Александры Тарасовой. Ну, теперь давайте повесим на елочку. Да.